Оу-йоу, здорово, катаны, ёж на связи. Передаю. О, тихо, нет, не надо такое вечерить. Нет, я сижу, вы не поверите, где я сижу. Я сижу под одеялом и сделал себе домик. Я сижу под одеялом. Да, у меня пока мамка спит, мне не разрешают снимать. И я в этой серии хочу рассказать вам про Раст. Да, про картавый... Что-то дует про картавый Раст. Ой, катаны, смотрите, вот я такой планшетик сюда положил, чтобы было видно там, что светло было вам все. Вот. Я под одеялом сейчас нахожусь. Смотрите. Вот, под одеялом. Я себе сделал домик под одеялом. Да, посмотрите. Это ёж, это турбо-ёж. С вами, да, привет, катаны. Блин, надеюсь, меня не поругают. Я снимаю из-под одеяла. Сделал себе домик. И вот серия я хочу рассказать, почему я играю в Раст. Почему? Вот, давайте начнем. Смотрите, как это реально. Под одеялом, смотрите. Пузень мой. Мой пузень. Мой пузень, вот. Смотрите. Вот мои ноги, вот могу. Туда перевести фокус. Он не переводится почему-то. Я не знаю почему. Могу полистать вот планшетик. Мои видосы. И, короче, в этой херне я вам расскажу. Я спрятался под одеяло. Вот. И хочу рассказать про раз. Почему я начал играть вообще. Смотрите, такие вот рисуночки, кораблики. Да, шучу, нет здесь ни хера корабликов. Это просто название. Просто. И, короче, давайте вернемся на 1,5 года назад. Давайте вернемся. Когда у меня было 1000 подписчиков, когда я был один, когда меня никто не знал. Ну, вообще никто просто. Вот, и появилась такая игра, еще Rust Legacy была. Вот, Rust Legacy, которые многие любили, которые люди и чувачки уважали эту игрушку. Вот, я, если честно, в нее ни разу не играл, но там появилась эта бета-версия, это Rust. Rust, ну, Rust переводится как ржавчина вообще. Если перевести на русский язык, ну, на наш, ну, на обычный язык, переводится как ржавчина, вот. Меня посадил на нее братюня. У меня реально есть родной брат. Посадил меня, короче, на нее. Вот, говорит, есть прикольная игра. Давай, чувак, начни играть в нее. Это прикольно. Ну, что, давай, типа, сыграем. Ну, там, она стоит, там, ну, буквально 400 рублей. Что-то. Разве это много? Было 400 рублей. Я реально передаю вам. Под кроватью сижу. Смотрите, чуваки. Вот, мой домик под кроватью. Вот, стойте, сейчас я сделаю. Блин, главное, то себя не запалить. Тихо. Вот, эта игра стоила 400 рублей, короче. Я ее купил и попал сразу в зимний биом. Там, о, нифига, думаю, там. Кирочка есть, а что с ней делать? А, он мне такой, короче, подсказывал. Ты, говорит, ее бери и иди добывать древесину. Я говорю, это как? Дерево добывать древесину. Нифига себе, думаю, это как? И вот я взял эту кирку и пошел добывать древесину. Я бил, набил там тенны. 1005, окей. А потом, говорит, иди дом строй. Я говорю, как так? Ну, короче, там построй план постройки, возьми кирочку. Я стал строить эти видосы. У меня есть в моем плейлисте, который посвящен полностью Расту. Это старые видосы. Посмотрите, кому интересно, это было круто, а не то, что сейчас. Там были реальные, настоящие видосы. Вот. И, короче, и с этого момента я начал свое прохождение в Расте. Блин, друзья, бы не запалить. Смотрите, чтобы доказать, что я лежу под кроватью, я вам свои ноги покажу. Смотрите. Вот так вот. Вот. Волосатый, да я голый лежу. Ну как голый, в труселях. Здорово, катаны, ёж на связи.
Тихо. Давайте это все опустим. Вот. И короче. Блин, вообще классно. Лежу. Делал себе домик под кроватью. Вот. Смотрите. Блин, катаны. Еще раз спасибо всем, кто меня смотрит. Чувакам. Вот тебе и тебе конкретно. Вот моя нога. Вообще люблю раз, чуваки. Я не знаю, как доказать вам. Вообще, реально подписывайтесь на мой канал. В моем канале вы найдете видосы по Расту. Да, еще на страничку ВКонтакте подписывайтесь. Вообще всех друзей добавляю. Вот. То, что мы, вот. Привет вам. Привет, катаны. А что, давайте узнаем, сколько катанов у нас пробовал сделать такой шалаш из одеяла. Надеюсь, меня сейчас мамка не слышит и не поругает меня. Я реально боюсь. Тихо, у меня там кот орёт. Капец. У меня котейка кричит, катаны. Ну, здесь мои последние видосы. Вообще-то видосы набирают по-разному. Я не знаю, почему. Я стараюсь там для вас. Вот. Видосы набирают по-разному. Не знаю, почему. Стараюсь. Конечно, есть у меня фанаты, любимые, которые меня уважают. Вообще, обсирают, ну, в личку. Не в личку, а в комментарии под видео на Ютубе. Вообще просто жестко, не знаю. Например, в Европе такого нету, что ну, там ну, так сильно обсирали, унижали человека, который старается снимать для вас видосы. Ну, там вас, чтобы развлекать, такого нету в Европе. А почему-то у нас, а в нашей стране это типа нормально. Я не знаю, почему, чуваки. Мне так обидно. Мне так обидно, я не знаю, что сделать с этим. Я пытался как-то это изменить, но у меня, как всегда, ничего не получилось. Я реально пытался это изменить. Чтобы не обсирали. Но у меня ничего не получилось. Вот, давайте поддержим этот видос лайками. Ну, или какими-нибудь комментариями. Если кому понравилось, я реально сижу сейчас под кроватью. Сделал шалаш себе, вот моя волосатая нога. Смотрите. И этот видос был посвящен просто по Расту. По этой игрушке. И для вас, когда каждому человеку, каждому, блин, я вспотел. Каждому человеку, каждой девчонке маленькой, каждому маленькому пацанчику, который смотрит и уважает мой Раст, мои видосики. Пожалуйста, поставьте лайк. Ну или дизлайк, и комментарий напишите. Я хочу 100 комментариев. Чуваки, я реально следил за моими видосами, которые комменты набирают. Они никак не могут набрать 100 комментариев, пожалуйста. Давайте наберем на этот видос 100 комментов. Ну, любых. Будь то обсирание, будь то респект, пожалуйста. Помогите мне набрать 100 Пойду, найду, я себя найду. Пожалуйста, помогите мне набрать 100 комментариев, любых. Будь то обсирание или будь то респект мне, пожалуйста, чуваки, помогите. Вот, с вами был Ёж, мы играли с вами на серваке 7 Rust. Ссылочки будут в описании, заходите, я лежу именно там, под кроватью. Ну, просто скопируйте, F1 нажмете, копернете и там ощутитесь. И что, давайте, катаны, короче, до свидания. Да, я волосатый такой вот. Мне бриться надо. Окей, я пойду побреюсь, а вы заходите на сервак, который указан под описанием видео. И еще увидимся. Пока, катаны. Черт. Как? Блин, мне еще спать надо. Вообще не знаю.